Ничего себе! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в «Мои поющие монстры». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Ну что же, дождались! Да, ребята, новая серия. Ее так долго не было, потому что, блин, я думал, ребят, чем бы здесь заняться? Вот действительно, чем, блин, каких монстров? Но вообще, по идее, вублины есть. Также еще один остров у нас есть. Например, остров небожителей. Вот, можно, по идее, там еще повыводить. Но вы понимаете, что это не быстро будет, и серия фиг его знает, когда выйдет. Так что, ребят, вы когда спрашиваете, вы обязательно в телегу залетайте. Как только вот будет готова серия, ребят, там в расписании будет написано. Это стопроцентная информация, так что залетай в Телеграм. Очень-очень важно. Про. Вот. Сегодня наконец-то, по-моему, еще дня 2 или 3 назад вышла обнова, и 2 монстрика добавили. Мастерская эфира, поэтому мы сегодня поглядим на одного. Так что следующая серия, надеюсь, скоро выйдет. Должна. Так, ну давай для начала попробуем вот это вот. Давай, дружище. Да, как я и думал, ребят. Ну вот, не везет. А когда-то 1000 гемов выигрывал. Так, ну и плюс обновы, знаешь, такие на 14 февраля. Да, остров любви, друзья. У меня подсылщик как бы есть. Вот видишь, даже со скином тут. И еще плюс эпический есть. Поэтому, друзья, ну... Так, а что по заданиям? Кстати, давай-ка поглядим. Ага, выведи, размести. Милая пружина, офигеть! Слушай, прикольно. Так, давай еще тут посмотрим остров холода. Сейчас я быстренько соберу, друзья. Так, ну эта серия будет, в принципе, ну такой, почему? Потому что у нас всего один монстрик. Но вы напишите, действительно, может воблинов начать выводить потихонечку. Но это, конечно, да, не скоро будет. А про небожителей я вообще не знаю. Когда это? Можно, по идее, также еще карабасиков повыводить, попробовать. Но это тоже, блин, по одному монстру снимать. Я бы хотел вообще по 3 монстра минимум. Вот снимать за серию, а это капец будет. Так, тут у нас все окей, все понятно. Остров Псионики. Так, собираем остров фей. Быстренько. Блин, ну игрушка вообще просто великолепная, честно. Хотелось бы, конечно, вот именно, помнишь, когда мы начинали только. Ну, блин, как же это круто было. Как же это просто офигенно было. Так, Санек, сезонная хижина. Так, сезоночка у нас тут. Остров эфира. Так, это забираем. Сейчас, погодите. Сейчас мы быстренько соберем. Ну, кстати, вот плюс, ребят, смотрите, 286 алмазов. Как бы на самом деле, то есть копим потихонечку. Так, остров бублинов. Да, смотри, просто сколько здесь на самом деле монстров. Ну, посмотри на это. Брамп. Ну-ка, вот этого сколько? Надо же... Ну, слушай! Ну, правда, 4, блин, из балалиста. Карамень. Но остальные, по идее, быстро. Ну, губка еще. Вот этого, наверное, можно, кстати, быстренько будет. 7 диджей. Еще зелынка. Угу. Так, насчет небожителей. Давай поглядим быстренько. Спит, храпит этот дед. Уф, так, тумпы. А, ну, по идее, 3 рифа. То есть этих-то на изи будет. Слушай, ну можно это сделать. А что по магазину, кстати, скидочка? 12 дней. Давай, наверное, тоже купим. Надо купить, ребят. Смотри, какая-то печка. Офигеть. Кэшбэк-то вообще хороший, друзья! Надо пользоваться этим, офигеть! Ну, второй раз понятное дело, что нет. Слушай. Не, надо, конечно, снимать, друзья. Ладно, переходим к самому интересному. Погнали, друзья. Так, сейчас тут быстренько соберем.
Па-па-пам. Так, отлично. И самое интересное, давай. Погнали, новый монстрик. Милая пружина. Офигеть. Класс эфирный. Она очень напоминает в этом как же игрушка-то называлась, ребята? Посмотри, какая красотка, а. Ля. Так, давай, разместить. Из машинариума! Точно, точно! Так, не, давай ее переместим. Такс. Мяу-мяу-мяу. Моп-моп. Так, кэшбэк такой. Нормально, кайфует, кайфует потихонечку. Ждем, короче, ее партию. Как она, в общем, будет петь нам. Ничего себе! Ну прикольно дополняет! Но я, конечно, ожидал чего-то большего, если честно. Так, и что, все? И сейчас надо будет выводить нам еще одного четырехэлементного монстра. И это будет немножко тяжеловато, наверное. Слушай, да, у ней, короче, небольшая такая партия-то. Жалко. Ну-ка. Понятно. Итак, ух ты, это трехэлементный эфирный монстр. Не то, что мы ожидали. В классе монстров, в который входят некоторые наиболее приглядные виды, милая пружина существует в резком и разительном контрасте. Это так мило. Даже тряска головой и стереотипно ассоциирующая с хардкорными жанрами просто восхитительно, что именно здесь происходит. Скрывает ли милая пружина какую-то тайну? Выставляет на показ, скрывает сторону, которую мы не видим? Может ли монстр быть таким здоровым, каким кажется внешне? Это сводит нас с ума! О-о-о. И там еще будет монстр, да. Еще один Венция. Посмотри, что это такое вообще? Какой-то станок, да, столярный, блин. Ну что же, а сейчас мы с тобой переходим, ну да, к самому такому, кому-то любимому, кому-то нелюбимому, именно Колизей песни. Да, ребята, это тоже надо потихонечку проходить. Так, ну мы с тобой прокачали, поэтому, по идее, у нас шансы есть. Так, сейчас посмотрим мы с тобой. На какой мы миссии остановились? Ага, 23-я. Уже 19-й, 17-й у нас Версик и Али, посмотри, каких уровней. Поэтому, я думаю, должны разобраться они. Али так точно. Все, найс. Не зря я его так долго прокачивал. Хорош, отлетает. Не, нормально, нормально. Так. О, имба, имба, ребят. Сможем, сможем. Губка сейчас впитает урон. Ну, у нас, если что, сзади есть братишка, который, если что, поможет. Но тут и без него нормально, нормально, хорош. 7 из 10, друзья. Так, найс. Теперь, блин, вот это вот... 19-й, 20-й, оу! Да, тут уже поинтереснее, конечно, будет. Косарь 500, хорошо. Дружище, отлетаешь!
Блин, водолазный костюм, конечно, офигеть, подобрали. Надо втопить. Хорош, косарь 700, блин. Так, давай, Али, помогай нам. Имба? Так. Ох, тут уже 20-20. Ну, по идее, можно переиграть. Хоть версик у нас 18-го. Но я думаю, можно переиграть. Так, сколько впитает урона? Косарь 300. Так, давай посмотрим вообще Али. Ага, он не очень хорошо справляется здесь. Поэтому... Ну... Ой... Ну, тут, да, хана. Косарь 700, нам еще повезло, смотри-ка. Пофиг, я вот это вот применю. Это хоть слабое, да, я понимаю, но... Урон. Найс. Блин, тут не особо хорош. Найс, вот это урон. Имба. Так, что там, последний этап? Такс. 20-20. Тумпы будут у нас. На третьей частоте. Так, посмотрим, ага. Все понял. Имба. Это было слабое? Воу. Так, ну надеюсь, опять слабовато будет. Найс. Все, прошли 100%. Сейчас посмотрим, что этот бургер сможет сделать. 2500. Да, это... Попробуем это все-таки. Хорош! Вывозим! Отлично! Найс! Так, все, мы прошли это. Это вообще замечательно, хорош. Трофей теперь у нас есть. А что же у нас дальше? Круче крутых. Четырехэлементный. Имба, ребята. Ну, правда, Артемку бы подкачать, да? Ой, это будет сложновато. На самом деле, смотри, 17-й, 18-й. Круче крутых. А тут один. А у нас, смотри, сколько их. Им хана. Им просто хана в следующей серии, друзья. Но надо бы прокачать, конечно, Фиксика и Артемку. Это уже, ладно, потом будет. Друзья, обязательно поставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братья.